Артур, какой самый сложный прием, который ты изучал за все свое время в джиу-джитсу? Какой тебе сложнее всего давался? Честно, треугольник. Я его года два научился делать. Я думал, никогда не научусь его сделать. А сейчас, как бы, один из любимых. Я думал, треугольник не научусь. Мне и растяжки не хватало, я его немножко не догонял. Я не знаю, сложно для меня был самый треугольник. Как бы это база, и я всю дорогу пытался, как бы, ее научиться делать. А самый любимый сейчас прием? Армбар. Да, прихватываем ручку по диагонали за ворот, прихватываю штанину, отсюда иду на омоплату, грожу омоплату, оппонент делает кувырок здесь, я отсаживаюсь, как бы корпусом иду параллельно его корпусу, подлавливаю сначала локтевой сустав, и отсюда перекидываю ножку и иду на начало.